Два часа живого исполнения зрители Хакасии оценили по достоинству. Во второй половине концерта Билана гости на ритмичных треках танцевали без оглядки, как на настоящей дискотеке, а также пели вместе с артистом. Артист много общался с залом, рассказывал истории из жизни и мгновенно заряжал публику вставать с кресел. Хочу вас нагрузить такой же историей. Может быть, что-нибудь просто всплывает в памяти. Про белые розы! В своем инстаграм Дима Билан после концерта написал: «Спасибо, Абакан, это было мощно». Ну да. Обняли. Все, пока, счастливо!